Шакальчик испугался. Давай, быстрее, блядь. Пойдем, потом. Что потом-то? Свинья! Здоров! Здоров, свинья! Мне кажется, налево. Вот там Глен Игл. Мы во сколько договорились с ним встретиться? В 11? Ну, вообще сколько? Смотри, на 4. А я еще не заводил. 10:52 у меня же тут показывает. А ты что, в камере завел ирландское время? Да. Что? Все, на Flock of Seagulls. Да, кстати, Astra вот именно 93-го года, которая вышла. А сколько она стоит, как ты думаешь? Одинаково почти. Да? Чуть-чуть поменьше. А какой может объем у вас? Особо не видно, стена. Хотя левее там, да? Сорвал эту штуку, сейчас обливать надо. Значит, в принципе, ты говоришь, когда вчера приезжали,
Про Джохара сказали, да? Все-таки, наверное, речь была. Да, похоронили его. Похоронили. Вот сегодня вон по Sky сказали, что... Слушайте, прям одной ракеты прямо в лоб. Прямиком, ну, это да? Ясно, да. Не пожалели, да? Я думаю, все было специально сделано. Да, естественно. Только он звонит. Два выстрела всего. Куда вылетает? Знаешь, как старых, помнишь? Я в Москву ночью. Вы не могли бы подойти к этому телефону, да? Не могли бы к этому подойти? Да, да, да. И такой точный удар, что там, кто рядом стоял, они живые остались. Там чуть не 20 шагов, да? Там, да. Ну его здорово. Машину, в которой все это происходило, Нива, на 50 метров отбросило. И он иссечен был весь. Ему затылок снесло. Ну, две руки переломало. Ну, да. Иссечен тело было, он умер практически сразу. Жалко, что не помучился. В общем, да, так. Сейчас только этого козла, да, вот сейчас вообще Басаева, достать и все. Яндарбиев, да, его место пришел, а сейчас заявил, что никаких переговоров. Да, победного. Вот так, да? Да? Ну, это они. А, тем более выезд. Кто? А, ну да, да. Пока не... Пока, типа, в клянусь, России... Клянусь, зарежу, да? Да, да, да. Пока Россия не сообщит, не будет ясно, кто там это сделал, никаких переговоров. Кто это сделал? Надо затянуть переговоры на тему, кто это сделал, знаешь, такие тупиковые тоже вести, значит.